Всем привет! В этом видео расскажу основы мода TomCraft 4. Первое, что необходимо сделать, это жезл. Далее нам потребуется книжная полка. Ставим полку и жезлом нажимаем ПКМ по полке. В Tomcraft иконе мы будем изучать всю модификацию. Теперь нам потребуется два стола и чернильница с пером. Поставим два столика и чернильницу. В этом столе мы можем наблюдать различные аспекты. Слот для свитков исследования и раздел, где будет происходить изучение исследований. А также нам необходим таумометр. При помощи таумометра мы можем получать аспекты для изучений. Но некоторые блоки пока не изучаются. Теперь поговорим о самих аспектах. Всего есть 7 уровней сложения аспектов. Аспекты первого уровня состоят только из 6 стандартных аспектов. Аспекты второго уровня состоят из аспектов первого уровня и стандартных. Третий уровень собирается из аспектов предыдущих уровней и стандартных. С аспектами четвертого уровня аналогичная ситуация. Аспект пятого уровня уже имеет в себе сочетание всех стандартных аспектов. В будущем эта информация нам понадобится при поисках узлов на все аспекты. Ну и с шестым и седьмым уровнями все аналогично. Для удобства я оставлю ссылку на картинку в описании к видео. Попробуем соединить аспекты Ордо и Пердитио. Мы получили аспект Пермутатио. После изучения большинства аспектов мы сможем изучить остальные предметы в мире. При помощи таумометра мы также можем изучать предметы в инвентаре. Еще один способ получения аспектов – это фрагменты знаний. Один такой фрагмент дает 1-2 стандартных аспекта каждого вида. Эти фрагменты мы можем добывать с багровых рыцарей, которых мы можем встретить в мире. После того, как мы добыли фрагменты знаний, мы можем взять их в руку и нажать ПКМ. Теперь давайте изучим наше первое исследование. После выбора исследования к нам в инвентарь попадет свиток этого исследования. Однако нам еще нужна бумага и чернильница. Далее в стол исследований кладем этот свиток. И по прошлой картинке соединяем аспекты между собой. По завершении изучения мы получим свиток исследования. Берем этот свиток в руку и нажимаем ПКМ. Исследование экспертизы дает нам 25% шанс, что мы сохраним какой-либо удаленный аспект во время изучения. Таким же образом изучим еще 2 исследования. В первое время эти исследования могут показаться очень непонятными. Однако в интернете вы можете найти картинки со всеми исследованиями в TomCraft 4.
берем свитки в руку и снова жмем ПКМ. Исследование мастерства нам позволит уже сохранять удаленные аспекты с 50% шансом. Ну и самое интересное, теперь при помощи Shift-Alt-K мы можем создавать сложные аспекты в столе исследований. Наводим курсор на аспект Люкс. Нажимаем Shift-Alt-K. Также мы изучили стол расщепления. Этот стол позволит нам расщеплять предметы на простые аспекты. Ставим стол расщепления и в него положим бумагу. С некоторым шансом мы получаем аспект. Напоследок расскажу вам про узлы, которые вы можете встретить в мире. Первое время мы можем заряжать наш жезл от этих узлов. Просто наведитесь на узел с жезлом в руках и зажмите ПКМ. В следующем видео мы рассмотрим некоторые полезные механизмы и получение эссенции. Всем спасибо за просмотр, играйте на наших серверах!